Кумунь. Давай. Мы на сандалях, в сапогах. Всё. Чё там? Москва. Хуя. Это, подожди, подожди, бычара. А чё у вас такие? Вы чё туда взяли? Ну-ка покажи в чемоданах. Там бухлишка нет, нет? Да откуда там бухлишка? Ну-ка открывай, открывай, бых, у тебя стопудово что-то есть. Да у меня ещё не зажужжал ничего. Да пустой, как барабан. То же самое. Ну понял, ну ладно, короче. Всё, загружаемся. Таможня. Да все, загружаемся, таможня давай. Прошли. Погнали, таможня прошли. Таможня дает добро. Халигалинов. Ну все, ребят. Погнали до Красноярска. Будет, походу, веселая поездочка. Да-да-да. Ну ты что, правда, что ли? Мишаня здесь, а. Сейчас. Короче, Паша здесь, а. Чара здесь. Вот наша тачка обалденная. Так что, родульки, мы все мы едем. Все, давай, давай. Все, удачи вам всем. Паша, грузись. Гриша, это последний постулат говорит. Вот, подписывайтесь на, кстати, на Инстаграм Монгола, Бенуа, Паши, БК, на YouTube канал Олег Монгол. Тоже все ссылки будут в описании, ребят. Все. Все, везде подписывайтесь. Все, грузитесь. Да, да, да. Грузитесь. Все, грузимся, грузимся. Саня, ты туда садись? Паша, назад. Когда приезжать, не пораньше. Он сразу взял просто сланцы. Вы сланцы взяли? Все взяли? Да. Ты пока взял сланцы? Да. Паха. Все взяли. Сапоги, сандали. Выезжаем в Чикаго. Выезжаем в Чикаго. Сапоги, сандали. Пашка. Гриня. Олег. А ты че? И я. Поехали. Да. Уважаемые любители круизов, наш маршрут продолжается. Далее. Реки, горы, моря, океаны. Итак, всем привет, Туркины. Под музычку все, идем нормально все. Огонь. Санька спит. Я нихуя не пойму, а что вы не делаете вот эту хуйню? Не переворачиваете. Да он здесь не переворачивается. А? Он здесь не переворачивается. Они переворачиваются со мной? Не переворачиваются? О, привет, как видишь? Как не переворачиваться? Нет. Вот так, ребятки. Тут все мы. Гришанька, братишка. Пашка. Монгол Иванович. Пашка. Таракашка. С вами. Вот так вот, ребята, едем в Москву покорять. Саня, подожди. Вот мне интересно, ребят, думал ли Саня, как это, закоренелый этот, ну, как цех, какой, что будет в дальнейшем блогер. Вообще бы никогда бы не подумал. Всего вам самого наилучшего, уважаемые любители круиза. Снимайте. Фрау, мадам. Ну вот, уважаемые любители круиза, мы тут тормознули с кафешечки перекусить. Пацаны, Никита, Стас, Турбо, Дюш, Метелки. Все здесь, ребята. Сейчас перекусим. Поедем дальше до Красноярска. Голубчик, голубчик. Короче, трапезничаем. Заехали в кафешку. Покушать. Горы, тайга, лес. Да уж. Решили покушать. Приятного аппетита, вот да? Что, перчик? Спасибо. Перчу перехуярил, переборщил? Да нет. Пол кружки высыпал. Че ты орешь, блядь? Ой, господи, боже мой. Космонавтов улица. Ладно, ребят, приятнее еще. Город Черногорск. Давайте, пацаны, приятного аппетита. Спасибо. Всем тоже приятного аппетита. Мы кушаем. Ребята, всем привет.
Эй, нахуй. Спасибо. Телефон включи. День добрый, уважаемые любители путешествий. Ну вот, мы находимся возле перевала, на дорогу в Красноярск. Вот мы на минивэне свое путешествие совершаем. Всего хорошего. Сейчас будем подниматься. Сейчас будем воду пить. Ха-ха. Давайте, родункины, всем удачи. Всем привет, балет, кардебалет. Смотрите, вот он, перевал. Вот он, видите? Смотрите, какая обалденная природа, уважаемые леди и джентльмены. Вот. Всего вам доброго тоже. Желаю вам тоже совершить какой-нибудь круиз. Это будет здорово. Ты много не пей! Много не пей, я сказал. Да ладно тебе уже, нахуй. Давай, наливай себе. Не снимай. А чё ты? Удали это видео. Пуршишь. Хочется снимать. Ты понимаешь? Это время после 11. Ребята, вы, видать, не поняли. Сейчас болт снял, скинул. Ну вот, наверное, те, кто знает, те поймут, что этот болт означает. А те, кто меня назначил, ворами не считайте. А в положении я буду всегда. Безумный Паш с вами. И моя Иришка. Как-то так. Чики-пики. Ты что, специально, сука, надо мной издеваешься? Присядь. Шутки хуёвые. И Бутайну тоже лет на сюжете взял. Шутки хуёвые. Быстро присел! Вот ты и присядь, а я тебе на коленке присяду. Садись. Да, да, Паш, так и делайте. Даже так. Я уже боюсь. Да ладно, все, хорош, нахуй. Ах, ох ты, блядь. Это нахуй мне ваш монгол! Говори, чё сидишь-то, блядь! Чуть-чуть! Говори! Вы поздоровайтесь сперва, ёбаный! Я поздоровалась уже! Нет, меня монгол не драл! Это раз! Меня драть только может мой безумный Паша! Ребята, по-братски поставьте лайк! От души! От души! Со своими лайками! Ребята, сапоги сандали. Подождите, не. Чё молчишь-то? Да вы поздоровайтесь. Да молчит, вы поздоровайтесь сперва, ёбаное всё. Паша, успокойтесь. Ребят, всем привет огромнейший. Всем удачи. Привет, привет, привет. Тихо все, тихо все. Вот мне, если пацаны предлагали, что вот иракез, я сразу сказал, что я не буду на это камень-ножницы-бумага. Руки убери! Потому что шеф сказал, что мне такой стиль идет. Руки убрал. Я стану пиздец. Где вода? Говори! Я и не был. Вот ты говори, блядь! Я сказал, машину всем подальше. Сама такая будет. Давай говори! Давай.